Нет времени на заставки, друзья, с вами Slam, реклама чуть позже, и у нас здесь первый пистолетный раунд второй карты, Fate против 97-го клуба, команда Fate начинает у нас играть в атаке, поэтому не переживаем, сейчас я худ поправлю, как только вот этот выход с ковров осуществит Роги, Роги ставит пачку, Аке, Хитмаус минус Роги, и тут идет серия разменов в пользу Хитмауса, который, в принципе, дает просто три пачки, и это жесть, перевернул троих, ситуация критичная, S-Kicker, и это будет что-то. Это, кстати, тестовый стрим, ребята, поэтому меня жестко не ругаем. Я сейчас пытаюсь быстренько открыть параллельно одну великолепную штучку, чтобы все поправить и сделать, разумеется, просмотр более комфортным в плане верхней хелсбарины. Так, что ли, это можно назвать. Итак, ну что ж, да, все, я здесь. Это стрим, тестовый стрим на 60 FPS. Я буду замерять количество дропов. Ну и вот уж точно должен, по-моему, записаться нормально. Ладно, давайте смотреть за происходящим. Я сейчас еще диспетчер задач включу для... Так, минус от роба. Залетает пока что прием дуги. Минус еще один от роба. Великолепная смачная пачка зашла. Славантяй, как видим, пытается разыграть в коврах. И, ну, тут просто все фейты падают. Итак, вчера, я уже не помню, что было вчера, но не могу никак альтабнуться. Вот, наконец-то у меня это получилось. Ай-я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 й. Нифига не получается. Просто что за сумраки какие-то. Да, получилось у меня наконец-то запустить этот диспетчер задачи. Я надеюсь, что все окей. Замерим мы, насколько этот ноутбук хорош на самом-то деле. Мой вот асусовский. Но я думаю, что он хорош. Уж как минимум. Ладно, все, ребят, вернулись 2-0 в пользу 97-го клуба. Судя по тому, что происходит в экономике атаки, я думаю, вряд ли они здесь надеются на какой-то поспешный, быстрый взятый раунд. Выход дуга, фейт. И попадают сразу же в дымовую завесу. По-моему, здесь будет тотальный прием от роба. Да, как видим, роба здесь особо сильно не парится с соперниками. И берет и делает минус 4. Молодец. Молодец, убирает четверых соперников, принимая их на дуге, остается у него один хп. Все как в самом настоящем экшен мега ультра мувике. Ну, а у нас начинается. Тем не менее, черт возьми, этот финал. Как я рад, как я рад. Вторая карта. 1-0 в пользу Fate. Ну и первый бай. Давайте посмотрим, что предложит нам Маск и его друзья. Он же S-Kicker. Так, ну пока, как я понял, они пытаются дугузить. Да-да-да, занимается дуга до бревен ближних к выходу. Б. Москвич за игроком нападения. Мисс Бешанс вырабатывает роба. Пытался роба сыграть немножко в мышку. Хотел побыть он здесь сверхчеловеком, но у него этого не получилось сделать. Смотрим дальше. Так, Хитмаус. Двадцатка. Вернее, 15. Двадцатка будет так смотреть, но на 20 вряд ли кто-то пойдет. Дым-центр, дым под Б. И вот мне нравится очень сильно вот эта позиция молодого человека с ником Славантяй, которого запустили на Б-плен. Дали четкое задание. Прочекать точку, прочекать все углы, которые возможно прочекать. И он сейчас попытается... Ну, что ж ты так делаешь? Кто ж так делает? Тиммейты его заходят. Роман кладет... Первый, минус Роман, отдали места, но, тем не менее, на плен зашли в численном преимуществе, и это тоже хорошо, да, особенно на данном этапе этого матча, очень даже хорошо. Так, вот тут в чате жалуются у нас, коммерсант, конец света, начнется быстрее, чем вы стрим скинете. Ну что, бомба стоит, 3 в 2, Хитмаус убивает Роги, минус, опа, и 2 в 2 заходит, АВП работает, палка работает, Хитмаус заход, видит Б3, минус, размен, Славантяй, и в паре с Аском все еще стоят, живые, здоровые, ну вот палка здесь уже, наверное, не пойдет просто никуда, потому что смысла не имеет, лучше засейвить. Все-таки весло, ну, оно же АВП, как бы девайс очень-очень дорогой и очень полезный здесь для защиты, забирает диффуза, забирает дыму, бомба взрывается, счет становится 3-1, и первый девайс не за командой Fate. Посмотрим, смогут ли белорусы на этой карте дать какой-то кумбэк, кумбэк. Вообще хотелось бы, если честно, сегодня я настроен покомментить, посмотреть матчи, просто потом, после этой встречи, я в любом случае еще повешу в киберарене, посмотрю, как играют поляки, и самое интересное, вот, что, чего я ждал так долго, там приехал Скрим, и я хотел бы... Очень сильно посмотреть, как он играет. Вот именно Пов, посмотреть на реакцию парня, посмотреть, какая у него посадка и все такое. Вот у Острайкера, кстати, прикольная посадка. Старик, старик, но играет как молодой. Так, декой, как видим, от команды Fate. Вот я не знаю, к чему он сейчас приведет, но пока этот декой особого сильно... Стресса не создал для соперника, и растерянности в игре за защиту нет. Единственное, что только на Б они, посмотрите, не зашли, и тем самым Роба отправился на плент. Ну вот, белорусы, конечно, нетерпеливые, а тут уже пошла раскидка. Так, первый дым, и Роги уходит на дугу.
Сейчас будет палка выходить в аркаду. Чек второго мидла. Как видим, никого не замечает. Чекает дальше центр. Вот дым на центре, на самом деле, упростил бы задачу для стяжки. Флешка центр. Инфа, наверное, сейчас прошла. Роба уже бежит обратно вовсю. И посмотрите, какую странную позицию выбирает у нас Роман. Он же Роман! Минус один. Места на заходе удается принять. При том, что неплохо. Уходит из бассейна. И атака продолжает выходить на бэплент. Медведев сносит Романа. С катушек пытается дать демейджа. Палка. И какой трэш творит Славянтий. Славантяй, друзья. Минус 3. 4 в 2. Ну, АК сейв. Хитмаус тоже здесь идти, по-моему, нет смысла. Но вот позиция Хитмауса, если, конечно... Нет, Медведев убивает. Все, 2 в 2. 2 в 2. Рабочий момент. АК тоже отстрелил. Сейчас могут попытаться выбить белорусы. Фейтов. 2 в 1. Вот, отдался, к сожалению, его тиммейт. Могли бы вдвоем разыграть, но тут уже понятно, что Хитмаус никуда не побежит. Задача его будет засейвиться выгодно для себя. И счет становится 3-2. Еще один раунд за фейт. Вот вторая карта начинается достаточно интересно. Но вот если вспомнить первую карту, там был, в принципе, такой же расклад. 97 клаб, так плотненько. Нет, сначала, конечно, там фейт давили, но здесь 97 клаб взяли пистолетку. Мне, наверное, просто мерещится вчерашняя игра, когда у фейта все было вроде сладко-гладко. Потом опасочка пришла. Но тренд набора раундов пока неплохой. Мист. Его и великолепные прострелы просто доски за москвичом, за которой обычно кто-то сидит, кто-то прячется. Продолжаем смотреть за происходящим. Ну и, как я понимаю, здесь все-таки здесь тот же самый раунд, как бы, играют сейчас фейт. И бомба у них, посмотрите, тоже такой у Медведева. Роги остался здесь. Наверное, что-то позднее полетит сюда, что-то позднее полетит сюда. Как я понимаю, флешка от Роги со второго медла была брошена. Опять же, она бросалась, чтобы вот здесь вот никто не стоял. Ну и это такая знакомительная программа, на самом деле, для белорусов. Вот, а выход на бэплент им тем временем... осуществляется, я бы даже сказал, ой, как неплохо, только непонятно, здесь почему все-таки без раскидки плотные стали выходить, попали на АВП, но, видимо, они не ожидали, тут расклад весь в том, что комбинировали позиции немножечко 97 клапа, оставили палку вместо роба, который постоянно бегал туда-сюда в качестве суппорта, играл плохо, а вот палка-то как раз на приеме проявила себя с АВП, отсутствие дыма у атаки и подготовки точки решила в этой ситуации практически всю картину. Ну и перекрестный огонь здесь уже просто дал о себе знать. Ну вот Медведев не унывает и пытается тащить 1 в 3, но палка дожидается невероятного и могучего молодого человека. 4-2. 97 клуб не сдается. Тяжело в атаке. Тяжело в атаке. Ребят, когда конкретно слетаем СЛТВ? Следующий аматор к СЛТВ, друзья, стартует в феврале следующего года. Не пропустите. Месяц у вас будет на подготовку. Месяц будет на подготовку у нас, конечно же. Мы готовим старт. Но, опять же, стримы аматорки будут. Не переживайте. Также будет про-серия. Аматорка просто... Аматорку будем комментировать стадию финальную, скорее всего. Только, да, на про-серию тоже будет часть упора там... И все, должно быть нормально. Ну вот, понравилось, видимо, белорусам. Поняли они, что АВП на дуге это ой-ой-ой, как true. И отправили палку просто решать все свои проблемы в одиночестве в городе. Не, у него там был прикрывающий, конечно, разменный игрок. Но проблема не в этом. Проблема в том, что они втроем на Б. А Медведев со Славантяем уже пытаются открыться на. При том, что во всей красе проходит Славантяй. Тут, наверное, сейчас заметит он большие пески. Да, заметил большие пески. И с большими стреляться, конечно, здесь уже... Ну вот без позиции, без позиции. Славантяй вышел. Все, перекрестный огонь против него, между прочим. Ну вот, запушил Хитмауса. Роги здесь дает размен. 1 в 3 остается. Видит здесь Библу. Но в спине слишком много игроков у соперника. Ну и счет становится... 5-2 в пользу 97-го клуба. Минус бабки у атаки. Минус бабки. Палка всегда ждет момента, когда стрельнет. Ну да, да, палка это такое. Такое бывает. Ну вот палка опять. Палка не... Не-не-не-не-не. Я понял. Палка это, короче, это правнук Чака Норриса. Или там, или внук Чака Норриса, или сын Чака Норриса. Потому что, ну, палка... Здесь палка не ждет. Здесь палка просто стреляет. Понимаете, о чем я говорю? И оттуда и такой результат. В Беларуси палки стреляют.
Не, просто батька настолько суров, что в Беларуси даже палки стреляют. Вот, наверное, такой можно сделать вывод, скорее всего, по всей этой теме. Ну, а тем временем у нас продолжается эта игра, и команда Fate сейчас попытается атаковать через второй мидл и центр. Нет, тут то же самое разыгрывают. Ну, вот палка. Ну, посмотрите, все, решили дать дым палке. Все, палка бесполезен теперь. Моментально уходит с дуги, понимая, что если не уйдет, ему тут могут задать жару. Ой-ой-ой, какого. Ну и пока без разменов. Но палку неплохо надемейджили. Посмотрите, снова удается здесь фейтом стянуть. А, не, они в дефолт встали. Они просто поменяли позиции. Палки не дали сыграть. Ушел сейчас Медведев. Будет открываться на палку. И палка дает первый минус. Уходит сразу же на 15. С 20-ки хитмаус запирает. Ну и будет играть агрессивно. Вот единственное, что он боится, выпада с ковров. Ну, пропускает центр. На центр заходит два игрока атаки. Минус один. Размен от Эска. Ну вот с палкой шутки плохи. Палку отпускают каким-то чудом. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, увидел Эск, что произошло, просто увидел, что произошло. На самой последней секунде у меня звонит телефон, но я его сразу же выключаю. Славантяй, Минусака, 3 в 3. Вот кто-то пишет, Сергей Чак Норрисович, возможно. Вот палка какой-то неубиваемый, посмотрите, его тут Роги не может убить, вот что за жесть. Что за жесть, друзья? Кто этот парень? Но 97-й клуб неплохо разыгрывает. Вот есть, были шансы сейчас сыграть. Вот с коврами не получилось сыграть синхронно. Ковры погибли, и палка спасается бегством. Но, тем не менее, палка все еще может выстрелить сейчас. Так что здесь не стоит расслаблять булки команде Пиу-Пиу. Ну, они же экс-Пиу-Пиу. Сейчас они называются Fate, но я надеюсь, что их, может, кто-то подпишет. Вообще было бы приятно. Ну вот палка еще тут какой, а? Какой парень? Слушайте, мне нравится, как играет этот чувак. Очень нравится, как играет этот чувак. По-моему, даже он круче, чем Дарт Вейдер. Ладно, давайте посмотрим. Сейчас стопудово будет агрессивный выпад по миду. Уж как-то целенаправленно бежит палочка на центр. Ловит сразу же флешечку и проходит на двадцатку. И пустота настигает его. Ну вот, почекал здесь свой деф, съел гранату, прямо под пятую точку просто ему залетело. Вот пытается играть агрессивно. Видите, какая тенденция здесь получается? Вот если вспомнить матчи Fate вчерашний и сегодняшнюю первую карту, то можно заметить такой расклад. Так, так, сейчас, секунду. Ну, теперь более-менее поменьше лагов, по крайней мере, у меня. Такую тенденцию, что команда, которая берет 2-3 подряд, она начинает потихоньку расслабляться. Ну вот если Fate взяли 9 подряд на первой карте, там что-то около того, да, или 8 даже, 8-1 они вроде вели, сразу не расслаблялись. Так, палка продолжает стрелять. И палка помимо того, что стреляет, еще и убивает. Но в итоге разменяли. Так, ну и сплит-выход атаки. На самом деле укрепленный плент, ошибки. Ошибки от атаки, и их закрывает с библы. Айску здесь уже просто бессмысленно куда-то бежать. Он понимает, что его сейчас накроют. И накрывает его хитмау. 7-3, 97 клаб пока что просто беспощадный на этой карте. Фейтам нужно что-то менять в игре за нападение. Но 8 раундов они уже практически отдали. Сейчас будет попытка сыграть от Славантяя. Эко. Один эко. И может быть даже не один. Может быть даже больше. Так, подбор. Давайте смотреть, что будет. Один АК есть. Так, Диглотеска. И, ну, Славантяй в качестве основного тут. Так, смотрим. Ловит флеш. Без шансов. Ну, Fate, наверное, сейчас просто тянут время, чтобы обсудить, как бы, что они будут делать на следующем девайсном раунде. Ну, и между делом пытаются присматриваться, как бы, к позициям соперника. Эск удается убить палку. Ой-ой-ой! Russian! Russian Ponofilm! Guys, это просто вот проклятие какой-то белорусской команды. То вроде все хорошо. Нет, все равно с ошибками сыграли. Fate, поэтому беспокоиться было не о чем. Правда, размены в пользу Славантяя дают и себя знать. Ну, сейчас будут Славантяя. Просто здесь, видите, простреливают в непростреливаемую стенку. В итоге дожидается здесь просто хитмаус в агрессивной позиции очередного плевка. Разводят на Б-плент. Бомба ставится А. Ну и Ака здесь просто бесполезен. Он не знает, что ему делать дальше. Думает. Вот не хотите этих парней по CSGO подписать? У меня сегодня день менеджеров в студии. Вот менеджер The Nation пришел, пиво с лимоном попил, посидел, CS посмотрел. Ну да, вот следующий здесь ворвался. Ну, какая-то жесть. Какая-то жесть невообразимая. Да, менеджер атакует сегодня.
Ну и студию. Ну, тут так и что, за сейвить 2, 7-4. Но фейтом надо еще 2 делать. Еще 2 подряд просто. Тут денег. Нет, там денег, смотрите. Куры не клюют. Казалось бы, но... Денег-то как раз маловато. 1800 роба, но там сейчас на дроп защита будет играть по-любому. Вот так, АВП. И смотрим. Да, нормально они здесь раздропались. Один авик еще остался лежать. Он, конечно же, достанется. Как вы думаете, кому? Конечно же, палке! И палка побежал. Мы его называем палка, потому что у него ник вот такой. Да. Так, вот. Смотрим. Нет, не вышло. Эск. Минус Роман. Минус эск от Роба и размен Б плента. Опять вот великолепная игра под Б. Команды Фейт. При том, что синхронно удалось еще разменяться на коврах. И, в принципе, палка единственный, кто может помешать сейчас проходу на Б плент. Но вот смерть здесь... Ой-ой-ой, палка промазал. Ну, в итоге в палку влетает дым, плохой палка, все, там уже позиции за атакой, естественно, мизес проходит, ну, естественно, что он знает, что, скорее всего, там есть катушки, по таймингу, как видим, палка выходила нормально, но, ой-ой-ой-ой, опять вот с префайрами, конечно, но палка дожидается, вот реакция просто этого парня, конечно, безумная, один кп остается, но дождался, пытается простреливать Б3, приходит к нему на хелп хитмаус, но тут... Тут выбивание, посмотрите, какое. Две агрессивные позиции, при том, что один будет суппортить по-любому, и это Медведев. А, не, Медведев пошел уток ловить, и, по-моему, он сейчас поймает уток. Ну, и задача здесь Сироги просто отвлекать на себя внимание до последнего момента. Медведев уже там готов достать нож, минус палка, и последний игрок защиты остается один на один. Ну, вот хитмаус, что, садится дефить 10 секунд. Ой, нет дефов, ну все, здесь печаль, и, как видим, взрывается вместе с бомбой. Падает красиво в бассейн, счет становится 7-5, ну и первая половина на этом не закончена. Но белорусам, по-моему, эко предстоит. Вот вы сами видите, что у них по экономике происходит. Вот посмотрите, палка, 13 на 5, 2 MVP, 1 MVP Роба, 26 очков и 39 очков пока у Хитмауса, который не ощущает. У атаки не все так хорошо, у всех отрицательная статистика, в плюс никто не играет. По очкам 23, Славантяй, лидер. Ну вот, без эска, конечно, ему было бы тяжело играть так. Ну вот, давайте смотреть, что будет мист-минус... Палка. Тем не менее, белорусам Нека, кстати, удается уже один фраг срубить. Но на поджим ковры, посмотрите, не повелись, не вышли. Вот сейчас есть шанс у 97-го клуба выйти в аркаду внезапную. Вернее, был шанс, пока атака не ушла вся на дугу. И выход практически в пустой Б-плент. Ну вот тут Роба будет прятаться. Как видим, оп, первый проходит, второй тоже. Ищут они Роба. Ну, тут без шансов просто. Тонет его бренное тело в бассейне. Вот Хитмаус подобрал девайс и пытается максимум выдавить из ситуации, при том, что ему удается это сделать аж два раза, вывести ситуацию на 2-2, и сейчас может залетит ответка. С префайрами Маус играет очень-очень плотно. Ну вот на катушках его ждут, минус от Славантяя, и... Минус Славантяя, Роги, ласт, и 1-1 против Аки, бомба на Роги. Нет, тут сложно что-то сделать, Б3, и опа! 11 хп и 24. Нет, Роги все-таки перехитрил, сделал... Стрейф не потаймит, неудобно, не дал оппоненту поднять девайс, счет становится 7-6. Но вот так вот разворачиваются ситуации. 7-6 как-то очень уверенно фейт себя стали демонстрировать. Очень уверенно. Ты в диком шоке. Ты первый раз видишь шутеры. А, понятно. Итак, Эск, дуга, давайте посмотрим, как сыграет. Так, первая флешка на него пошла. Там есть закидной чувак за москвич, за москвичом. Есть чувак, позиция! В упоре сохранена у защиты, при том, что они ее не спалили, могут спокойно продолжать легкий прессинг другие. Ну вот видите, как стреляется чувак. И сейчас будет... Опа! Вылезает из-за москвича, но вот развести все-таки... Не, удалось убить места, все. Но отвлечь все равно не удалось нормально. Ну и параллельная серия фрагов под аплентом, где не смогли разыграть ковры в свою пользу. Фейты 5 в 2 и тотальный численный перевес за защитой. Вот Славантяй в паре с Роги здесь уже не выглядят опасными. Ну, просто минус палка. Вот палки начинает не вести в конце первой половины. Синдром палки, это можно назвать. Хитмаус минус Роги, 8-6. Невнятный раунд от команды Фейт. Можно было быстрее. Не, ну и так быстро сыграли, просто с дугой, там так получилось криво. Немножечко раньше вышла защита, при том, что с подготовкой выходили, дали грамотную флешку, от атаки там ничего не залетело, и получилось, что... Получилось так, что... Чуваки расклеились немного. Так, давайте смотреть. Роман, флеш пошла, дуга. И, ну, вот опять также занимает дугу в том же тренде, как бы на последнем раунде. Моментально укачивает Славанчая. А суппорт размер не дал, потому что вторая флеш летела. И никто из атаки. Плюс тут... Ой, ой!
Ой, зашло, заехало, догнал он, места не отпустил, эск забрал. Ну вот у эска дигл, по-моему, коронный девайс. Ну вот фейт всегда последний раунд половины играют вот в таких вот тонах. Не осталось денег, давайте возьмем береты. Ну, у Роги, по-моему, берет это вообще сверхлюбимый девайс. Вот он даже не хочет думать о том, что когда-нибудь ему придется не пользоваться этим оружием. Он думает только о том, как бы убивать с него быстрее. На самом деле, очень мощная пушка в CSGO, поэтому это эффективнее, чем в некоторых моментах. Ну и главку занимает атака. Пока без контактов, но вот контакт вырисовывается. И ой, тут сейчас мог быть сбор, но ошибка в позиции от хитмауса. Надо уходить, просто там же не простреливается штука. И спрей совсем не такой, как в 1.6. Ну тут погорячились. Ну, палка. Ну, остался палка здесь у команды 97 Club, правда, и он тоже долго не смог задержаться. Ну что, бомба за Медведевым. Он знает о больших песках, знает о том, что его поджимают в спину с медла. Он видел чек прыжка. И ждет, естественно, контры какой-то сейчас от игрока защиты. Опс, заметил, но не убил. В итоге дигл пошел в бой. 9-6, дефолт. Дефолт, ребятки. Ну и посмотрим. Что ж, 10 на 12 аск. Сломантяй 9 на 13. 7 на 11 роги. Медведев 7-14. 5-15 мист. Ну не выложились. Good health, пишут команды. Я одну минуту просит мист. Ну, тут надо паузу ставить. Да, поставили, ребята, паузу, слава богу. Просто, чтобы у нас хук не сбился. Мне сейчас сделают реконнект на сервер. И все будет четко. А я пока что вот смотрю, как же у нас проходит стрим. А, у вас же спонсор Razer, да? Тут... Только Razer, только хардкор, да? Ну вот. Ну, у Razer нет ковра CS Global Offensive. Такс. А я пока что посмотрю, что там вообще происходит. Завтра, кстати, друзья, 12 часов по Киеву, 2 часа дня по Москве. Virtus.pro против Z Nation матч на сцене Киев Киберспорт Арены в рамках LAN-финалов SLTV Star Series. 18.00 по Киеву, 20.00 по Москве. Мы смотрим матч ESC Gaming против Imaginary. Ну вот французы во главе со Скримом из Бельгии. Будут драться с поляками. Вот этот, конечно, встреча будет очень жесткая, по-моему. Вот. Сегодня ничего. Сегодня вот сейчас финал аматорки и усё. Да, это аматорка. Конечно. Не, это очень крепкие парни. Они должны были... Они могли вообще попасть... Да, они вообще могли попасть в старт-серию. Просто сложилась так ситуация, что они позже заняли очередь и как бы... Лучше бы мы, конечно, их позвали, они бы, по крайней мере, свои матчи точно отыграли. В отличие от команды Anexis, у которой сначала... да, у которой ББББББ, это раз, а два, это... Я так и не понял, как такая организация, как Anexis, не смогла купить компьютер своему пятому игроку. Не, ну они написали официальную причину отказа от нашего турнира, то, что они не могут позволить купить компьютер своему игроку пятому. Но на самом деле чувак ушел в армию. Да, чувак ушел в армию просто на следующий день, и мы-то там... Да, и как бы там на Hello TV Org была новость об этом, и там просто ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну еще такие типы, как FM Toxic у нас снялись. Вот кто-то говорит, Virtus.pro победит, но слома все дефолт. Да нет, 10-5, 9-6, друзья, это дефолтный счет, как бы 8-7, это, ну, это он еще, он означает борьбу, но на самом деле пока еще непонятно, потому что вот мы на высоком левеле CSGO еще не видели, но увидим завтра и посмотрим, что же там на самом деле. Да нет, этот апдейт здесь был. Да, он здесь был, я весь сезон проработал с этим баннером. Итак, снимается матч с паузы, мисс на месте, и 97 клуб будут сейчас пытаться играть в атаке. Ну, фейтам можно пожелать только удачи на первой пистолетке, просто если... А посмотрите, они 3Б играют, а здесь будет играть через второй мид. То есть тут вот, оп, сразу такая влетела плюха неприятная на самом деле для Медведева и Эска. Эска там вообще просто. Тут посмотрите, что происходит. Ну вот эти вот, вот это вот трио... Пытается сейчас пушнуть дугу. Но я не думаю, что из этого что-то хорошее получится. Ну что, яму заняли, увидели респаун. С респауна их там тоже пытаются отстреливать. Ака уже занял под коврами практически вход. Ну, 97 клуб будут мид, наверное, выбивать. Хотя нет, нет, фейт рисковать не хотят. Посмотрите, перестраиваются немножечко. Медведев остается на АС, к мист уходят также в ковры. Смотрим, что будет делать мист. Да, мист почекал, увидел соперника. Итакс.
Давайте смотреть дальше, что будет. Что же предложат нам сейчас ребята из команды 97 клуб? Ну вот они выбивают мид, естественно. Как выбивают? Они его просто занимают медленно. С надеждой на то, что там будет кто-то стоять в агрессивной позиции. Может быть, кому-то залетит в голову. Но рискуют сейчас выйти на 15, где Медведев ловит просто в чемодан. Сразу же со своими беретами Роги никакого суппорта не оказывает, никакой помощи. Ну и Славантяй здесь сейчас слышит Б. Да-да-да, он слышал там первые шаги, но вот инфу, по-моему, не дал и совершенно не готов принимать такой выпад. Роги просто вламывается, перестреливает первого, выходит. Ну что это за безумство просто? 2 в 3. Ну вот у Эска и места сейчас очень сложная ситуация, при том, что позиции закрыты. Ну вот одна единственная открытая позиция, это АК, примерно открытая. Ну и он на себя отвлекает просто внимание, остальные два ступки выходят, забирают, идет размен, мист остается последний. Но пытается еще дать пачку, понимает, что за Б3 ему тут просто конкуренцию составляют достаточно плотную. Первая пистолетка достается 97-му клубу. Камбэк или шутка? Камбэк или шутка от белорусов? Непонятно, какая заявка на победу. Но первый пистолетный определенно поднял, да, я думаю, сейчас парням из команды 97 Club настрой на эту игру. И они готовы продолжать в том же ключе действовать. Но все равно тут еще есть шансы на небольшой бэк от фейт с первого девайсного. Как бы просто удастся, если им там задержаться, задержать как-то рост раундов у соперника, то это будет хорошо. Не удастся, можно забивать, сосредотачиваться на третьей карте. Но парни из фейт любят бороться, и вчера мы в этом убедились, по-моему, посмотрев с вами замечательный полуфинал. Вот Славантяй здесь просто не жалеет себя. Ну, в общем, понял он, что здесь на мид выходят, но Ака уже был в спине. Тем временем занята главка, выбит мист с позиции. И апленд под контролем игроков нападения. Роги залетела такая неприятная, на самом деле, свинцовая гармошка. Ваши комментарии читаю в чате киберарена.тв, ребят. Тем временем на csgo.starladder.tv появилась наконец-то новость и расписание матчей. До старта осталось менее суток. SL TV Star Series. Прошу ознакомиться всех, кому интересно, когда играют Virtus.pro, Z Nation, ESC и EMG. 11-6. Смотрим на Роги и компанию, там деньги присели. Ну вот Inferno, конечно, не уверенно сыграли, но все равно безумствовали немного. Безумствовали немного фейты. Первая половина. В первой половине начали стараться, начали брать. Вот под конец, конечно, расклеились. Здесь пока не ясно, что будет. Вот эскикер вообще супер просто сел. Просто это 5. Ну, а тут, как видим, что чувак на дуге. При том, что он поздний. И пошла аркада. Ну, вот аркада здесь уже ничем позитивным для защиты не закончится. Как видим, Роман взял все в свои руки. Минус 50 хп, там у него с лишним было. Но, ой, Роман, минус палка от тиммейта. 12-6. Ну что, сыграли два эко-раунда, ребята. И проиграли первую пистолетку, первый бай с командой Fate. Возможно будет, возможно нет. Давайте посмотрим. 97 Club в шаге от того, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу. Забрать эту карту и разыграть третью. Какая будет третья, не подозреваю. Но это либо Даст 2, либо Нюка, потому что я вот не увидел этого. Я знаю точно, что Трейн играть не хотела ни одна, ни другая команда, и от него избавились очень-очень быстро. Но все-таки тут надо было схитрить немножко. Немножко схитрить. Так, что мы видим? Второй мид номер 4. Он же палка. Так, Роба. Центр. Ну, закрытый деф у Фейт, поэтому главку займут, я думаю, без проблем. Единственное, что вот Роги попытался просто прочекать. Не, посмотрите, флешка грамотная от Роги от угла. Но на него выхода никакого нету. А двадцатка ему не ассистировала вообще никак, как я понял. Да, там чувак на коврах. То есть ассист тут может получить нормальный только Роги, если его разменяют, уходит с реладом. И сейчас на него будет играться врыв. Он ждет возможности. Полетела флешка. Вообще тайминг словил. Вот на этой флешке великолепно. Одного флешил, второй прошел. В упор приходят двое. Спрей. И тут надо класть. Да, мисс делает это. Минус 2, 15, 3 в 3. Ситуация. Славантяй дал инфу, что ковры пустые. И сейчас должен был увидеть двадцатку. Минус хитмаус. Не дал пройти фланг. Главку занимает оставшиеся игроки атаки. Ака, бомба. И в режим шифта. В режим халда сейчас переключается 97 клуб. И смотрим. Ну, белорусская команда, конечно, дает жару.
Тут, по-моему, сейчас, да-да-да-да-да, запирать пытаются, так, перестрелка. Но тут был Минусака, как бы бомба упала в фланг, и у Романа очень сложная ситуация, при том, что к нему Эск в спину уже заходит, видит соперника. Но тут гоняют, как видим, белоруса, стараются напрячь со всех сторон. Ну, в итоге Роман, конечно же, потерян, забирает бомбу, контр-террорист. Но это плюс на линкомы, как бы, еще и с медла тут едва-едва не дали уйти, но спас свою жизнь. 12-7, все-таки первый бай, вот, с Кровололом, с Валидольчиком фейт берут. Опять же, я уверен, сейчас, наверное, вот, отправили своих подруг не борщи варить на кухню, а в аптеку, в очередь стоять. Смотрим. Так, Китмаус, палка, выход в центр. Опс, и палка опять нас поражает своей стрельбой. Ну, Роги тут, конечно, они схватились на ура. Роги тут должен был убивать, на самом деле. Как бы, ну, там за Роги инициатива, как бы, выхода, инициатива стрейфа самовой позиции, она за Роги. Просто палка, как бы, уже тут, как я понял, не первый раз, наверное, его так ловит. От этого так и получилось. Посмотрите, здесь нечитаемый уход под бэплэнд, при том, что защита даже не думала об этом. Эск там сейчас будет один, и, да, там уже все, пошла флешка, Эск должен был быть белый, но он еще накидывает, ну, вот понимая сложность своей ситуации, флешка ему, конечно, одна может помочь, но хелпа пришла, и Эску теперь остается только халдить, как бы. Ну, вот его забирает с одной стороны, с другой стороны обходит, еще один хедшот. Ну вот, почти минус 3, и робот дает размен, с катушек залетает моментально мист, не закрывает первого в пленте, видит, так, вот сейчас на дуге, ой-ой-ой, друзья, палки завозят, убивает Славантяя, Славантяй в шоке сейчас, как так произошло, почему я не прочекал, красный палка зажигает, 20 кп у парня, весь раунд, выходит на Медведева, тот его кладет, робот открывается на пленте, но спрей от места здесь зарешал, 12-8, выдержали фейт. Ну, вот отдельно, конечно, тут стоит выделить Эска, именно на нем начался этот весь замес, он сыграл крайне, не то что крайне как-то, да, он сыграл, вообще сыграл очень правильно, все верно сделал, он понял то, что он один на Б, это раз, да, ему надо выиграть время, первая флешка зашла на кафель, да, он этой флешкой спалил свою позицию, но с другой стороны, как бы, да, если бы он не бросал эту флешку, он бы не затормозил атаку, раз, не пришла бы хелпа, два, и если бы он там сидел в крюсу на пленте, его бы просто с двух сторон спокойно зажали, в лучшем случае минус один бы был, да, а тут он смог на минус два разыграть, почти минус три, но он не знал количество хп врага. Ну вот Роги сейчас посмотрим, что сделает. Ой-ой-ой-ой-ой, Рогароид, минус от Эска. О май гада, был Роги там, скольких он убил вообще, вот. Ну там, по-моему, вообще минус. О-о-о-о, Роги, посмотрите, 6 MVP. Не, ну это скриншот, явный скриншот просто. Тем временем в чате Киберарена ТВ, только у меня стрим жутко тормозит. Друзья, стрим 60 FPS. Проверяем стрим на 60 FPS. Опять же, финала Матрики, самое то, чтобы это сделать. Ну, будет, если что, запись. И запись будет очень качественная. Я надеюсь, YouTube ее как-то не порежет. Ну, подготовка ковров от белорусов. Подготовка дуги, прострел в дым, нычки. Ну вот, чек нычки. Нычку на самом деле еще видно, вот когда даже не доходя до сюда где-то, да. Тут можно зачекать типа, вот обычно, когда чувак сидит неровно как-то, да, сидит от стенки или что-то такое, у него вот здесь вот видно в щелочку, что он тут находится. Так, ну вот сейчас пытаются, посмотрите, на 15 зайти атака, с разменом играют на уровне, минус 2 дают у дефенса, не успевает здесь прийти хелпа с бэпланта, ситуация 4 в 3, тут какая-то катастрофа, там Роба сумел забежать, аж такой, знаете, тачдаун сделал, выход 20-ка, и 20-ку-то принимать некому, Славантяй, ой-ой-ой, надо отходить здесь Славе просто, потому что, о, ПСК тоже вылез, минус Слава, и это 13-9, ну вот, не смогли. Фейт, конечно, затормозили здесь развитие экономики соперника, затормозили набор раундов, но не смогли все-таки не дать им взять 13 раунд. Ну и теперь будущая команда Фейт весьма туманным. Если посмотреть по деньгам здесь, что будет один дроп, будет один дроп, один девайс, три, четыре человека закупятся, и Роги, наверное, будет играть со своими любимыми беретами. Но это только в том случае, если мист останется целым невредим. Хотя там инкома еще какая-то придет по-любому. Бомба взрывается, как видим, мист сейвит. Ему никто особо сильно не мешал здесь сейвить. Ну вот не ломились они. Боялись, видимо, не дефьюза. Надеются они, что выбивают
Ну, таким сейвом Мист просто показал, что он знает, что делает. Но бездумно поломился и все такое. Забей на 60 FPS, сламка, да? Это тест. Я стрим поставил 60 FPS, просто чтобы понять вообще, вот стоит его делать, как бы. Ну, как бы мы скоро, скорее всего, со следующего сезона перейдем на качество 1080p. И я как раз-таки сейчас смотрю примерные характеристики. Так, ну вот пока что Фейт удается сыграть агрессивно на дуге. Правда, разменялись они 3 в 3. И всем от меня что-то надо. Так, ну что, белорусы бы решили не идти, вот Славантяй и Медведев. Ну, опять-таки главку отдали, посмотрите. Но если здесь будет джамп... Нет, посмотрите, как разыгрывает. Вот сейчас Славантяй, если дернется, то все будет потеряно. Но робота туда специально отправили, потому что у него бомба, это раз, он красный, это нормально. Медведев минусует 15. И... Опа! Минус бомба, все, пакет упал в коврах. Хитмаус последний на сигарете, и против него два девайса остались. При том, что девайсы такие, не слабые. Хитмаус что-то побежал. О-о-о! Вот это да! Вот это пацан! Что этот пацан творит, а? Нормально протаранил, но это тут скорее ошибка больше. Ох, еще и не флешон остался тут. Опс, но вроде забрал. 13-10. Ну вот теперь уже появляются мистические шансы. Но дал поставить бомбу, это плохо. А я пока что хочу зайти на Live Star Ladder TV. И посмотреть, что там происходит, ребятки. Опачки. Ну вот я уже чувствую, что... Мне начинает нравиться наш сайт с каждым днем все больше и больше. Можете там, кстати, посмотреть стрим CSGO, как я понимаю. Он там уже даже запущен, если я не ошибаюсь. Или нет? А что же это за плеер? А, это SLTV Main, да, у нас же все будет на одном плеере, вся трансляция. Ну, в общем, live.starladder.tv, там вы сможете найти все самое интересное. Завтра у нас вся трансляция будет идти на один плеер, все будет в качестве передачи делаться, и здесь проблем не будет. Так, нормальный дым на центре. Ну, после этого дыма 97 клап, естественно, сразу развернулись. Очередная сверхпозиция Славантяя. Ну, вот понравилось ему здесь стоять. На самом деле, если бы не Славантяй в этой позиции в том раунде, то бомба бы просто прошла по коврам, встала бы на дефолте, и защита бы потерялась. Но сейчас, с точки зрения экономики, очень важный раунд для нападения. Если они его проигрывают, то они могут потом отдать 2-3 подряд, и это будет очень-очень плохо. Но вот, как видим, открывает все-таки палка. Сейчас еще практически минус 15 делают. Ну, Роги, наверное, здесь уже задавят. Да-да-да. О, Роги! Минус Б от Эска! Отлично! Бомба Б лежит! Инфа прошла! Эск идет! На Эск идет выбивание! Перестрелка в пользу Эска! Она заканчивается! Забирает Романа! Вот это жесть! Вот это Фейт, а! Просто в секунду на всех позициях, на которых стояли, смогли уловить самые ключевые моменты. Выбили бомбу на Б. 11-13. Нет денег у атаки. Ну, я не знаю. Вот это, господа, аура такая у ребят. Вот вроде бы и open frag делает атака, и все у них хорошо. И на Б нормально начали заходить, прямо синхронно. Именно что синхронно, но вот что-то подсказывает команде Fate, что нужно сохранять терпилку. Терпилку. Посмотрите сейчас, вот нежданчик от Fate будет. Кстати, подсадка не чекалась ни в одном из раундов 97, когда они выходили на главку. Обратите внимание, и именно эта позиция может что-то принести. Здесь вообще раунд на подсадке, как я понимаю, антифлэш позиции от места. Опять же, для контры выхода на Б и... Дуга, ну что, давайте смотреть. Ну, решили не подсаживаться. Решил Роги так развлечься на медле, как видим. Ну и минус 3 в его исполнении. P2000 и минус 4. Молодец. Это восьмое MVP Роги, друзья. 19-17. Роги набивает себе статистику в плюс. И это выглядит очень-очень уверенно с его стороны. 13-12. Атака закупается. Ну вот, теперь борьба на равных должна пойти. Вот начинается все опять-таки. Ой, Роги. Не, Роги убивает палку. Я вот думал, сейчас он флешенный просто не убьет. Но его с медла должны были уже контрить. Но посмотрите, что делает Роги. Он дает просто флеш на второй мид спокойно.
Там атака вся белая. Ну как вся, нет, вот как видим, с респа все-таки Рома. Да, 97 клап решили посидеть. Зажали, зажали. Ох, вот первая ошибка от Эска. Не удалось ему здесь пролезть до хитмауса. Ждали такого, таких приключений. 97-й. Но прикол в том, что их, конечно, держат на втором медле. Это правильно, но слишком агрессивно. Здесь лучше уйти в закрытый дефенс, дать атаке, почувствовать себя свободно, дать себя проявить. Ну, вот размена с дугой полом, по-моему, сейчас нормального не получится. 3 в 3. Тут просто казнил мисс, но не вышло. И Медведев должен стянуться на Б-план. 2 в 3, друзья. Ну, вот сами себе проблемы создают. Сейчас фейт. Раунд один из важных, опять же. Как видим, если его не взять, то экономики снова не будет. И такой вот прикольчик завозит. Вот Медведев, мистер Шоки, там выход на, достаточно медленный. Славантяй, по-моему, сейчас разыграет на чек. Понимает, что на центр уже могли выйти по таймингу. Ну вот, пошел выходить. Вот он ждет прохода на 20. Ну, посмотрите, что делают 97 клаб. На шифтах, по-тихому, проходит спокойненько 15. Входит на малые пески. И, по сути дела, Славантяй уже проиграл позицию, но он еще может успеть застать кого-то врасплох. Да-да-да-да-да, он, по-моему, понял. Да-да-да, услышал топот на пленте. Граната. Нет, граната мимо. Ну тут что, 2 красных, 1 хитмаус от него сыграют. Да, нажили себе фейт проблемы. Ну, Славантяй очень аккуратно играет. 2, кстати, с плента разыгрывают. И флешка будет, по-моему, залетать сразу на пески. Но в песках никого нету, как видим. В песках будут ждать, но никого нету. В этом прикол. Минус от Славантяя. В ассисте. Ну, Яка плюс Маус. Че, Славантяй будет сейвить. Нет, сделал вид, что убежал. Отвлекает на себя внимание. На самом деле ошибка просто... Тут не было ошибки. Там Славантяй все правильно сделал. О, как бы... Действия 97 Club на самом деле очень порадовали. Вот что-то, знаете, что-то дернуло у них там в голове. Что-то дернуло в мозгу, и они решили пойти на 15. Сошли на 15, Славантяй там уже не успевал законтрить. Но если бы он там вышел в 20-ку, да, и принимал бы на прямой дистанции, то шансов у него было бы куда больше на этой перестрелке. Но мы сами все видели, конечно, обидно, что вот такой вот раунд не смогли взять, казалось бы. Но сами себе создали проблемы в начале раунда, сами остались в меньшинстве, сами виноваты. Как говорится, все закономерно и логично. Так, ну вот опять проблема у С-кикера, по-моему, здесь большие. Я не знаю, почему он играет так агрессивно, когда его тиммейт вообще просто бегает по Б-пленту и не понимает, куда ты там пошел, отдался, куда ты там пошел, погиб. Вставляет красного роба. То, что красного оставил, хорошо, но не убил. Не убил, а играл в аркаду. Минус от Медведева. По-моему, это допы, ребята. Ой, Рогин, ну вот какой настырный. Показывает характер. Ну, сами видели перестрелку и как она вообще... Какая она вообще получилась. Размен атаки. 2 в 3. Численное преимущество. Ну, вот на матчпоинт атаки не выйти. Но у них будет в следующем раунде на бай, если я не ошибаюсь. Хотя... Все зависит от того, как сейчас. Сейчас, может, кто-нибудь пойдет в аркаду и все. Хотя звено вроде остались. Вот Роги, Мист и Медведев. Это такие стабильные ребята, которые никуда не бегают, не носятся. Роман Ака думает, что делать с бомбой. Единственный... Ну, вот тут Медведев тоже может сыграть плохо. Просто он сейчас не знает о меде ничего. Хотя, не, он, наверное, слышал флешку. Да, Роги к нему стягивается. Все, Медведев дал инфу. Опс, есть инфа. И выход в плент. Минус атаки. Великолепно. 2 в 2. Борются, борются белорусы. Одна граната, правда, может лишить их здесь всего. Падает дым, выход 20-ка и... О-хо-хо-хо-хо! Мисс ловит тайминги. Просто бешеные тайминги. Минус главный для защиты только в том теперь, только то, что у 97 Club сейчас будет деньги. Должны быть какие-то. Ну, там бай по-любому должны ребята играть. Как бы 2-6, 2-3. Нет, нет. Ну, покупают. Да-да-да-да-да. Покупают 2К. Там сейчас, наверное, пойдут диглы в бой. Ну, сейчас, скорее всего, фейт будут ждать эко. Но я надеюсь, что как раз-таки ждут. Если как бы они сейчас ждут эко, то это очень-очень позитивный момент для них. Именно для команды 97 клуб из Белоруссии. Но тут тоже вот свои есть приколы, да? Ну, калаши спалили, все, спалили калаши, здесь инфа прошла, вот был шанс здесь на самом деле. Реализовать девайс, опустить пистолет и фарш, это можно было сделать. Ой,
Ой-ой-ой, Медведев как наказывает. Вот Медведев просто наказал сейчас такими прострельщиками. Ну, кинул гранату, результата от него, конечно, никакого нету на позитиве. Вот кривая флешка, и сейчас будет просто прием. Прием 15, да. Разменяли сразу же эска. Опять вот зааркадничал. Сыграл без позиции. Ну, это стиль пока такой. На самом деле, я думаю, что он так играет не потому, что как бы он так играет постоянно, а потому что он, наверное, в CSGO играет относительно недавно. Еще не перестроился. Но все равно на нежданщик взять получилось. Калаши были реализованы. И это, по-моему, 15-13. Неприятная флешка для места. Граната. И он видит, в принципе, здесь плент. Пытается пропрыгать. Заходит со спреем. Но Роман контролирует его с больших песков. 15-13. Ну и фейт опять. За что боролись, на то и напоролись, как говорится. Но не надо было играть 3Б. Ну что поделать. Напомню, что первая карта, друзья, досталась команде Fate. Вторая карта именно вот эта. Ну и у Fate сейчас дигла раунд. Как бы тут есть ФАМАС у места, закуп на последние деньги. Косяк просто в том, что натупили очень плотно. Во-первых, против чистого преимущества. В чистом преимуществе не научились играть нормально. Это привет Аскикер, который постоянно выходит в аркаду. Вот, особенно в начале раунда под Б, в одном из важнейших раундов. Раунд, конечно, взяли, но Аскикер потом продолжил играть в своим агрессивным стилем. И это закончилось очень плохо. Ну и смотрим на Роги. Без шансов просто для него. Палка забожил. Ну тут 5 в 3. Медведев, П-250, ковры, чек. С ним просто в ассисте Славянти, поэтому он с пистолета может позволить себе играть агрессивно. Ну, сейчас инфа просто по нему пройдет, и Славянтя не открывается до последнего момента. Опс, поставил пачку. Вот надо было отдать девайс. Надо было настрелять по девайсу. Полетела граната просто в никуда. И сейчас Роман здесь разрулит на двадцатке. Тут еще роба. Нет, тут все с позициями хорошо вообще. Ой-ой-ой. 16-13, по-моему, вторая карта. Все-таки белорусы додавили. Додавили все, свою очку взяли. Ну что, ждем третью карту, друзья, этого финала аматорской серии. Медведев пишет ГГ, ну и Fate. Проигрывают вторую карту. А я с вами увижусь после рекламы. Счет по картам 1-1. И узнаем, что же будет на самом деле чуть попозже.